Генрих. Разыграть решили пенальти. Да, такое бывает. Я помню, Анри такое сделали с Пересом и не забили. В сезоне, по-моему, 2004-2005. Зато весело. Хорошая концовка. В общем, в футбол надо с удовольствием играть. Второй раз, конечно, такого не будет. Я думаю, сейчас гейм пробьет. Там, видимо, кто-то вбежал раньше времени в штрафную. Не, ну бить нужно, не заканчивать.